разных людей. Да, это будет вообще полное, не знаю, как это словно высказать. В прошлом оперный певец и фермер, сейчас таксист. Юрий с ужасом ждет ремонта на новом рынке. Ведь стоять будет весь город. Как у человека, который каждый день на колесах, у Юрия есть свое понимание, что может разрулить проблему. В Новосибирске решается проблема проще. Там нет пешеходных переходов на основных магистралях. А если они есть, то они воздушные или подземные. А у нас ни одного ни воздушного, ни подземного. Взять, убрать лишние пешеходные переходы и сделать зелеными линиями Павловский тракт и Калинина. Люди могут пойти навстречу, как-то подумать, что да, это временное явление. А ведь общественники реально могут повлиять на схему движения транспорта во время ремонта моста. По крайней мере, об этом говорят в мэрии. До 28 февраля чиновники принимают предложения от жителей города, касаемые организации движения на участке. Свои идеи не так давно высказывали студенты политеха. Одна из выпускниц даже посвятила дипломную работу схеме движения трамваев. Диплом девушка защитила на 5, но все задумки так и остались на бумаге. По схеме движения трамваев здесь больше, конечно, у нас работа проводится с МУП-центротрансом, так как у них есть пассажиропотоки, непосредственно с самим муниципальным предприятием Горэлектранс, которые тоже знают и специфику работы трамваев, да, и пассажиропотоки, и с нашим подрядчиком, который нам в настоящее время завершает тоже работы по комплексной схеме транспортного обслуживания. Так, на новом рынке планируют в апреле построить разворотное трамвайное кольцо. А вот разработки еще одной студентки политеха в мэрии взяли на вооружение. Речь идет о выделенных полосах для общественного транспорта. Как считает автор работы Софья Васильева, рано или поздно ремонт моста многих заставит пересесть на автобусы и маршрутные такси. Ведь у них будет приоритет. По выделенной полосе также смогут ездить водители такси и спецслужб. Она будет по Калинина от Аносова. По Аносово в одну сторону от проспекта Ленина до проспекта Калинина, а в обратную сторону будет разрешено всем. А с другой стороны, со стороны центра, это будет выделенная полоса по проспекту Ленина от, наверное, Чкалова или Партизанской. И также выделенная полоса будет от площади Октября до Цеховой. И специалисты не исключают, что выделенные полосы приживутся в Барнауле на отдельных участках даже после ремонта. Напомним, к работам на новом рынке приступят уже в середине мая. Завершить ремонт планируется в ноябре 2023 года. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.